Всем привет! Сегодня на обзоре у нас такая небольшая однокомнатная квартира площадью 38 квадратных метров. Сейчас пройдем по ней и посмотрим все, что здесь есть и как здесь все устроено. Ну, начнем, пожалуй, с кухни. Не маленькая, но и не огромная. 8,5 квадратных метров. Я думаю, вполне достаточная. Плюс балкон застеклен. С потолка до пола, полностью стеклянный. Квартира сдавалась без отделки. Ну вот, только так, как сейчас она есть. Стены, даже, наверное, стены сами хозяева, наверное, шпаклевали. Даже точно не знаю. Но то, что плитку здесь уже положили, это факт. Плитка недорогая, керамин. Такая плитка, к сравнению, у нас в Минске стоит квадратный метр $5, ну, если перевести в доллары. Ванная комната, то же самое, плитка недорогая, керамин. Ну, керамин — это наша белорусская организация основная, которая выпускает плитку. Находится здесь в Минске. Ванна это была уже при покупке квартиры, акриловая. Ну а в туалете бойлер был уже застройщика. И вот все эти коммуникации. Ну и унитаз. Прихожая не маленькая. Здесь как раз место хорошее для шкафа-купе объемного. Ну и сама комната. Комната 17,5 квадратных метров. Окна пластиковые. Плюсы здесь в том, что дом находится недалеко от Минска. Вот эта дорога, которая идет прямо на Минск. Здесь до Минска 15 километров. Не 15, чуть больше, наверное, 18. Ну и минусы, конечно, здесь есть. То, что здесь основная дорога, это республиканского значения, ну, областного. И здесь постоянно идет движение. Если открыть окно, такой шум постоянно доносится с дороги. Ну, как говорится, чем-то, в чем-то плюсы, а в чем-то минусы. Еще один из плюсов немаловажных — парковочных мест. Посмотрите, сколько, и они идут туда далеко. Наверное, сколько здесь квартир нет, и сколько парковочных мест. Но у меня подозрение, что как раз, наверное, сколько мест, только и квартир. В этом, конечно, большой плюс. Смотрел здесь стены, потолки, вроде как бы неплохо, отклонение минимальное, то есть под отделку то, что нужно. Стены тут будут под обои, потолок под покраску. Тут вот хозяева, здесь, кстати, вот был проем, можете обратить внимание, такая вот полоса идет. Это был дверной проем, здесь была двойная дверь, на кухню туда вход. Он это все залаживал, и получается,
чуть-чуть пошла, отошла кладка от стены. Ну, это ерунда, обои это скроют. А тут будет натяжной потолок в коридоры, в санузлах, в ванной, в туалете. Тут свет не могу включить, потому что лампочки нету. Ну, такой самый простенький ремонт с недорогой плиткой. Ну, плитка положена, ничего, аккуратно. Научились сейчас уже в новостройках бойлеры эти ставить, устанавливать. На кухне то же самое будет, натяжной потолок. Ну и розетки, конечно. Такие розетки плачевные делают. Такие полусабдеповские. Это уже застройщики они были. Радиаторы. Радиаторы недорогие, одни из самых дешевых. Вообще заказчик здесь сам начинал делать ремонт. Вот эти стены все, они не были зашпаклеваны, они были такого же цвета, как потолок серого. Он сам начал шпаклевать, делать, ну, чтобы сэкономить. Но понял, это не его. Все-таки для этих целей нужно какие-то навыки иметь. Поэтому от этой затеи он отказался и отдал ремонт специалистам, в руки специалистов. В Минске, ну, вообще в Беларуси, есть такое понятие, как города-спутники. Они находятся вокруг Минска, там в пределе, наверное, 30-40 километров. Таких городов много. Это сделано для разгрузки Минска, чтобы какая-то часть убывала в районы. Поэтому здесь город, это город Фаниполь, он находится, относится к городам-спутникам. Население не знаю здесь какое. Ну, небольшой городок. Небольшой, но достаточно такой компактный. Есть магазины Евроопт, не маленькие, есть банки, несколько банков, школа, ну школа не одна, наверное, три школы, вокзал, железнодорога есть, сообщение здесь в Минском великолепное. Мало того, что дорога хорошая соединяет Минск и Фаниполь, ну, проходящая здесь, так еще и железная дорога, постоянно ходят электрички, поезда проходящие. Брест, Москва. Ну и такие виды замечательные с окна открываются. В эту сторону у нас получается окраина города, а в ту сторону влево, у кого квартиры в левую сторону, там уже окна выходят на сам город. Недалеко здесь костел есть красивый. То есть места достаточно такие привлекательные. Так что, кого интересует, кто задумывался о покупке квартиры в Фаниполе, как раз для вас будет нужная полезная информация. Ставьте лайки, кому была полезная информация. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Ждите следующих видео. Смотрите, уже двери металлические начали застройщика устанавливать. То есть раньше были деревянные, ну даже не деревянные, а вот как ДВП, МДФные, одноразовые, можно сказать. Ну а сейчас застройщик начал металлические двери. Вот, и входная вот такая. Такое ноу-хау, нововведение. Ну и счетчики уже современные. От звука включается освещение здесь. Вот такие вот ноу-хау. Ладно, всем пока.